Друзья, всем привет! Вот вы знаете, хочу просто жареного мяса. У меня есть, вот смотрите, вот такая свинина здесь в Америке продается. Она уже обсыпана специями. Я обсыпала специями. Она была замороженная, оттаяла. Немножечко подсыпала специями. Монреаль стейк здесь. Перчик, чесночок и травы прованские. И просто вот таких два шмата хочу пожарить. Пожарить на сковороде. И две огромных вот таких картофелины. Я из них сделаю картошечку фри. И будет это простецкий, но такой вкусный ужин. Ну что, ребят, приступаем. Для обжарки я все равно немножечко на сковороду смажу растительным маслом. Хотя здесь свой жирок, он вытопится. Но для начала надо смазать, чтобы оно не прилипло к сковороде. Сковорода уже не совсем новая, может прилипнуть. Смотрите, друзья, два больших шмата мяса на большой сковороде. Все, приступила к жареке. А здесь уже для картошечки фри масло солю. Сейчас будем жарить. Огонь поставлю не сильно большой. Скажем, средний, пусть жарится. Друзья, картошечку вот порезала на такие вот брусочки, масло накалила довольно-таки уже сильненько, да? Пробуем. О, прекрасно, прекрасно. Все, опускаем картошечку, обжариваем до легкой золотистой корочки. Мясо прикрыла вот так крышкой, чтобы было немножко испарение и, ну, чтобы оно все-таки прожарилось. Так, с кровинкой я не очень люблю. Ну, картошечка уже готова, можно доставать. Ну, вот и все, друзья. Вот такой вот быстрый-быстрый ужин. Кусок мяса, картошечка фри и огурчики. Я думаю, больше, чем предостаточно. Я даже лук не жарила. Можно было бы, конечно, еще лучок поджарить и грибочки. Но я по-быстренькому. Вот такой быстрый-быстрый ужин. За полчаса все готово.